Okay, good morning. I guess put your earphones in if you need them. And if you like New York English with a little bit of Hebrew, don't put your earphones in. That's how I speak. It's a pleasure to be here. It's an honor to even sit on this table with such distinguished individuals. I was very moved by what I heard and inspired. Okay, let's see. I noticed you're supposed to never start speaking with an apology. So I apologize that I have to apologize. But I noticed that my slides, I had some movies I wanted to show you. You will not be able to see the movies. And I saw also, you know, in PowerPoint, you have the function of hiding some slides and showing some slides. I see that function was not preserved, so we'll get around it. It'll probably be much funnier, and that will all be fine. Okay, so I see we already skipped the first slide. I'm going to tell you about the first slide that's not here. It's okay. The first slide was a picture of gloves, and the reason I had them is actually not a picture of gloves. It's a picture of, you know, the gloves without fingers, which in English we call mittens, and one of the organizers here is sitting right in front of us, and many Americans pronounce his last name, I still don't know if this is correct or not, as Mitten. And to me, it's very significant because, first of all, I'm in, you know, Russia, so when I left Israel, where it was 24 degrees Celsius yesterday, everyone said, make sure you dress warmly, and so I bought my mittens. But I think mittens are also a metaphor for welcoming people with hands and also reminding them. Действительно. Вы знаете, это, кроме того, показывает, что так много в наших руках, так много от нас зависит, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что вы меня пригласили на такую важную встречу. Чтобы понять, чем мы вообще занимаемся в паллиативном уходе, мы должны говорить на одном и том же языке. Мы должны определить тогда наши термины, что это все означает. Мы должны знать. Когда мы себя сравниваем с тем, о чем говорится в этом определении, когда мы никак не подходим под это определение, только так врачи и ученые могут измерять прогресс, что что-то улучшилось, что-то изменилось. И идея определения того, что мы подразумеваем под паллиативным уходом, в общем-то, это хорошо известно. В настоящий момент мы пользуемся вот этой ВОЗовской, собственно, ВОЗовским определением. То есть вот 6 лет назад они предложили вот такое определение. Паллиативный уход – это подход, который улучшает качество жизни пациентов и семей, перед которыми стоят проблемы, связанные с жизнеугрожающей болезнью. Несмотря на то, что вот эта профилактика и освобождение от страдания, вот это должно делаться для того, чтобы это было сделано с помощью потрясающего и такого абсолютного оценки лечения боли и других проблем. Английский у меня родной язык. И вот даже я с трудом понимаю, что они имеют в виду. Вот, например, первое словечко здесь. Impeccable. Поразительный. Исключительный. Я вот 58 лет говорю на английском и затрудняюсь, понимаете, это слово, которым мы не пользуемся. Я знаю, как оно, что оно означает. Но мы им не пользуемся. Impeccable, говорят французы. И я посмотрел в словаре еще раз. И вот представляете, это оказывается от, в общем-то, пекара, от латинского глагола, то есть грешить. То есть, другими словами, если вы совершенны, вы, понятно, вы не грешите, то есть вы безгрешны. Как можно пользоваться этим словом? Не знаю, собственно. Первые 4 фразы. Вот если в Гугле вы посмотрите, что это означает, там примеры даны. Вы, например, ваши безукоризненные риторические возможности делают вас прекрасным лектором. Следующая фраза. Даже если мы начинаем из других каких-то мест, все равно жена и я, мы всегда дошли к театру ровно к 8 часам. Но это бесподобное планирование времени. Или все, кто поют и любят песни такие, как у меня, имеют безукоризненный вкус в музыке.
И, наконец, последнее. Все это слово impeccable. Вы знаете, безукоризненный – это не человеческое качество, потому что человеку свойственно ошибаться, а это безошибочный вкус, безошибочное отношение. И вот в этом определении в Возовском это безошибочная оценка. Мы, как клиницисты, знаем, что мы совершенно несовершенные. Мы знаем, что не всегда диагноз абсолютно корректен. Мы делаем ошибки. Вмешательства тоже всегда бывают вовсе не безукоризненными. Поэтому, мне кажется, в следующем редакции это слово нужно убрать. Ну что это такое? Еще одно словечко, которое мне представляется заслуживающим. Вот это suffering, страдания. Это важное слово для нас, безусловно, я не спорю. Несколько лет назад в New England Journal of Medicine доктор Том Ли написал статью вот таким названием «Слово, которое нельзя произносить». И он утверждает, что слово, если вы внимательно послушаете, вы даже не услышите в больнице вот это вот страдание. Но сказав это, ну что ж, пациенты страдают от болезни, которая у них есть, они страдают от терапии, которую мы проводим, они страдают от хаоса и путаницы, которые есть в медицинской системе, в которой мы работаем, будь то здесь или в США, независимо от этого. Когда кто-то пишет статьи, вот даже такую статью, они часто обращаются вот к этому руководству. Здесь написано, как пользоваться словами, и вот тут указано. Вот, знаете, вот в этих книгах, которые учат нас писать, от Американской ассоциации написано «Руководство стиля», стиля. И даже в последней редакции этого руководства стиля, написание статьи написано «Избегайте написать эмоционально нагруженные термины». Не пишите, что пациент поражен болезнью, пациент страдает от рака. Но мы-то знаем, а он-то страдает. А он-то поражен. Мы-то знаем, а нас, значит, просят как-то все-таки это дело скрасить и убрать эту эмоциональную нагрузку. Итак, это слово страдание, ну что, понятно, мы чувствуем себя плохо, когда слышим это слово, поэтому мы им не пользуемся. А с точки зрения пациента, это просто явление, в котором он живет, и мы должны об этом помнить. Он страдает. Предыдущий оратор. И вопросы из аудитории по поводу вот этих данных. Паллиативная медицина, она основана на данных или нет? Сейчас, когда мы живем в эру компьютеров и прочее, доказательной медицины. Ну что, большинство в этом зале знают, что есть три основных проспективных рандомизированных исследования, которые были опубликованы в последние десятилетия. И вот они нам, собственно говоря, показали ценность паллиативного ведения. Ну, первое, например, это работа, которая была опубликована группой авторов, они здесь указаны. Это, собственно, скажем, метастатический, местно распространенный, не мелкоклеточный рак легкого. Вот они рандомизировали пациентов на стандартный режим поддерживающей терапии по сравнению со стандартным же режимом плюс паллиативная. И надо сказать, наиболее такая яркая вот иллюстрация в этой статье, вот она. И вы знаете, этим трюком мы часто пользуемся, когда мы сравниваем эти кривые. Голубая, нижняя – это стандартный подход, а красная наверху – это, причем статистически значимое различие между этими двумя кривыми – это экспериментальная группа. И в экспериментальной группе любой другой препарат – биологический препарат, химиотерапевтический препарат или препарат иммунной терапии и так далее. И если вот так вот выглядит это все, любая страна, включая FDA, обязательно разрешат использование такого препарата. А в этой статье, вот понимаете, речь идет о ранней паллиативном ведении. Понимаете, вот такого рода работа, как-то мы по-разному к этому относимся. Вот, например, мы смотрим, вот молодые люди в этом зале, большинство из нас не научены паллиативной медицине. Да, мы принимаем участие, безусловно, в каких-то вмешательствах паллиативных и так далее. Вот помните, которые подразумеваются в этом определении Всемирной организации здравоохранения, о которой я говорил. Но это
Понятно. Ну, например, скажем, естественно, когда я что-то такое делаю для того, чтобы мои пациенты чувствовали себя лучше, чтобы они, значит, не, у них не было боли и так далее, это такие вещи звучат очень приятно. И об этом можно сказать своей маме, чтобы она почувствовала, какой у нее хороший сын. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, еще одно исследование. Это Princess Margaret Hospital. Они опубликовали, канадский хоспитал, свои результаты, и они посмотрели, вот есть ли какая-то польза при раке легкого или при какой-то другой болезни онкологического порядка, когда мы говорим о паллиативной медицине. В Канаде, как вы знаете, у них хорошо развита национальная система здравоохранения, и поэтому для того, чтобы показать эффективность, надо, чтобы была клиника конкретная, вот она посвящена, например, колоректальному раку или раку легкого, или, собственно, раку предстательной железы и гинекологическим опухолям. У них отдельные клиники есть, пациенты поступают, эксперты с ними занимаются, и они точно знают, как именно надо лечить вот эту конкретную болезнь данного организма. И поэтому, может ли паллиативные методы, могут ли они быть здесь применимы, и могут ли они быть ценными вот в этих разных ситуациях? И в сущности, они также изобрели очень совершенную статистическую такую модель, чтобы можно было сочетать эти все данные. Это называется кластерная рандомизация. То есть вы не просто ограничиваете себя колоректальным раком в клинике там какой-то конкретной. Поэтому вот статистически значимое влияние они нашли по разным конечным точкам качества жизни и даже с точки зрения выживаемости для этой группы. И еще одно исследование, третье, которое вот только что было закончено, результаты были, собственно, опубликованы, Enable 3. Эти результаты за последние 12 лет публиковались предварительно. И вот они сделали следующий шаг. Они говорят, мы в основном в этом исследовании в Хэмпшире проводили, собственно, вы знаете, это где-то там на востоке, там вы знаете, где этот Хэмпшир располагается. Там, знаете, каждые 4 года эти праймарис там проводятся, эти президентские выборы и так далее. И там люди живут не слишком близко друг к другу, и нам было сказано, что будет трудно для некоторых, кто там болеет, получить... Там слишком большие расстояния, сотни километров от клиник, где, собственно, мы предоставляем такую вот помощь. Может быть, мы наоборот, паллиативные вмешательства по телефону, по мобильным устройствам, можем ли мы разработать такие методы, которые помогут нашим пациентам на таких расстояниях? И действительно, когда вот все это оценивалось, они увидели, что, оказывается, была польза, даже когда вы не сидите рядом с пациентом, даже когда вы разговариваете с пациентом по телефону и через социальные вот эти сети, и представляете, даже это помогает. То есть паллиативное вмешательство очень полезно. Многое можно сделать даже на расстоянии. Еще одно исследование, которое... основана на статье в журнале клинической онкологии. Не стала ли паллиативная помощь для нас своего рода черным ящиком, когда мы не видим ничего за стенками этого ящика? Паллиативная помощь ассоциируется с какими-то духовными практиками, спиритуальными практиками, но очень важно для исследователей в этой области понимать, что мы, читатели, нуждаемся в объяснении нам того, что входит в эту рецептуру, что это такое. Ведь сторонние люди здесь являются просто любителями, но нужно понимать, что реально можно сделать для пациентов. И посыл, как и в предыдущей картинке, он представлен в виде рисунка здесь, на этом слайде. Подумайте о вот этой последовательности. Когда вы мыслите терапевтическими категориями, и у вас в какой-то момент иссякают средства для лечения. Нет, это подобно тому, как вы нажимаете на газ в машине, газ-тормоз. Это тот набор инструментов, который доступен вам в вашем
он в ваших руках, и задуматься о том, что я еще могу сделать как профессионал, это предполагает подключение паллиативной помощи. Паллиативные навыки наряду с другими вещами, которым вы научились в медицинском колледже, очень важны для профессионалов, которые подключаются в последние недели жизни пациента. Эти паллиативные навыки имеют особое значение. Как было вот написано в этой статье в журнале «Клиническая онкология», пациенты продолжают получать химиотерапию в последние недели своей жизни, хотя их выживаемость уже не предполагается, но это ухудшает их качество жизни. По различным органам, давайте посмотрим пораженность тех или иных органов и как паллиативная помощь может здесь поучаствовать. Мы не будем сильно углубляться в каждый из предметов здесь. Заболевания в легких, которые приводят к одышке или что-то, что ведет к кровотечению. Я очень немножко проиллюстрирую это, остановившись на общих моментах. Если мы говорим о злокачественных опухолях ЖКТ, мы знаем, насколько трудно для этих пациентов глотать, что препятствует нормальному поглощению ими пищи. Это очень сильно влияет на состояние человека. Мы видели исследования, которые предлагали использование радиотерапии, лучевой терапии как эффективного средства здесь. ДФС. ДФС – это аббревиатура в английском языке, обычно означает выживаемость без болезни. Но это выживаемость без дисфагии в контексте рака пищевода. Я хочу, чтобы можно было наслаждаться пищей просто потому, что есть возможность глотать. И у многих пациентов с этим проблема. Мы знаем, как проводить лучевую терапию, мы знаем, что это опасная область, которая может приводить к серьезным последствиям при неправильном ее применении. Но мы знаем также, что у нас есть пациенты, которые страдают от боли, потому что у них поражение печени, и эти поражения приводят к очень значительному уровню боли у них. Специалисты университета Мичигана и университета Торонто уже показали нам, как можно проводить лучевую терапию таким образом, чтобы сильно облегчить состояние этих пациентов. Давайте посмотрим на различия между стандартным поддерживающим уходом и посредством лучевой терапии, то, о чем мы даже задуматься не могли еще десятилетия назад. Онкология мозга и паллиативная помощь посредством лучевой терапии. Когда вы только начинаете обучение в этой области, вы обычно сталкиваетесь вот со случаями, когда у вас пациент с множественными метастатическими поражениями мозга. Когда я 3 года назад
еще не думал, что это может быть поводом провести масштабное клиническое исследование. Вот МРТ, снимок, мы видим 6 метастаз в мозге этого пациента, на самом деле там еще и больше было, и... 4 года назад была впервые применена стереотоксическая радиохирургия. Частично благодаря тому, что вот это исследование состоялось, оценивались различные кластеры, различные когорты пациентов, с, имевшие более чем одну метастазу, и некоторые коллеги насчитывали до 62 лезий. И сейчас все это делать стало проще, потому что можно использовать мультицентровые технологии. Но как мы уже знаем из опубликованного доктором Ченгом доклада несколько лет назад, и радиация мозга, облучение мозга приводит к значительному ухудшению памяти. А сохранение памяти – это очень важная часть качества жизни людей. И вот исследование, которое состоялось несколько лет назад, результаты опубликованы в журнале клинической онкологии. Это исследование гиппокампуса, желтые вот эти области мозга на снимке. Проблема не банальна. Мы, пытаясь воздействовать на гиппокампус, мы на самом деле подвергаем воздействию весь мозг. Мы, при том, что нам нужно как-то избежать облучения других участков мозга. Это подобно тому, как вот нужно как-то избежать воздействия на дырку в пончике, когда вы подвергаете воздействию весь пончик. В медицине... Когда вы можете технически спрогнозировать, как можно пролечить мозг и защитить при этом гиппокампус? И документированная память, тест на память является очень важной компонентой такого построения. И у нас... нужно как минимум в сантиметре оказывать воздействие от гиппокампуса. Но месяц назад на заседании АСТРА в Сан-Антонио Ганди и коллеги, авторы предыдущей публикации, поделились данными своего исследования о том, как можно проводить лучевую терапию, избегая затрагивать при этом гиппокамп. Этот сейчас ведутся исследования, которые сравнивают вот эти возможности защитить гиппокамп. В моем исследовании
очень важные выводы делаются, о которых 10-15 лет еще никто не задумывался. Паллиативное построение в случае поражения скелета, костное поражение. Это болезнь, которая сосредоточена в костной ткани, и необходимо использовать четко проработанные дозы облучения для быстрого и длительного эффекта. И вот выводы из исследования Ван дер Линдена, когда сравнивались многофракционные воздействия с однофракционными воздействиями. И можно видеть здесь разные конечные точки, показатели. Множественные переломы и одиночные переломы. Мы уже располагаем данными исследования о паллиативной помощи, когда в 25 раз... Он говорит... И действительно, на основании того, сколько именно переломов. Век назад Оптон Синклер сказал, что действительно трудно сделать так, чтобы человек понял что-то. И когда его зарплата, собственно, зависит от того, чтобы он ни в коем случае этого не понял. И вот, понимаете, этот человек вот такое сказал. В частности, он рассматривал самые разнообразные промышленности, виды отрасли, вернее. И он понял тогда, что это какие-то джунгли. Вот, и вот эта фраза его замечательная. Трудно заставить человека понять что-то, когда ему платят за то, чтобы он ни в коем случае этого не понял. Уважаемые дамы и господа, мы не должны лечить пациента с метастазами 25 раз. Ну и в конце концов, использование лучевой терапии в паллиативном контексте, когда человек страдает от рака головы, шеи. И здесь как раз я считаю, что симптомы, симптоматика или состояние пациента – это вот то, что нас особенно беспокоит, то есть сохранение или восстановление достоинства. Есть популярные, знаете ли, протоколы, например, QuadChat, когда лечат пациента два раза в день, может быть, или два раза в неделю, потом дают некоторый перерыв, потом их снова возвращают для того, чтобы еще цикл терапии провести. Это было очень эффективно при раке головы, шеи. Вот на этих слайдах они были показаны доктором Джонстоном и коллегами на предыдущей АСТРО. И в частности, вот мы беседовали, и я, с его разрешения я их воспроизвожу здесь. Вот это пациент, которого лечили по поводу метастатического плоскоклеточного рака. Иногда плоскоклеточный рак кожи вот такое делает. Жуткие участки, вот такие очаги. И, в общем-то, это эффективно лечится лучевой терапией. Через 18 месяцев после первого курса лучевой терапии при прогрессировании заболевания, зная, что это осталось несколько недель до его смерти, может быть, или несколько месяцев, и вот он вернулся вот в таком состоянии. Лечение, которое было проведено, было очень-очень сложное, не жалели денег, вот. Понимаете, аквапласт, вот эта сетка, и это была существенная инвестиция в том, чтобы подготовить все эти материалы с помощью 3D-принтера. Это раньше вообще никогда не делали для кого-то в терминально больного. Говорит, да, он скоро умрет, зачем нужно столько денег тратить на все на это? Вот этого больше не делается. Вот теперь мы, в общем-то, есть такое движение в защиту человеческих прав наших пациентов, и мы обязаны морально сделать все даже для такого пациента уходящего. И обратите внимание, что хорошо перенес он эту терапию, кровотечение было прекращено, больше не было дурного запаха, не было боли, не было раздражения правого глаза. И когда этот пациент, его спросили, какова ваша цель, что вы хотите, это религиозная католическая семья, и вот что он сказал. Вы знаете, конечно, это вопрос времени, но в конце концов, когда
пациента, собственно говоря, семья сказала, мы бы хотели, чтобы на похоронах мы могли бы открыть нашего пациента, лицо его было бы открыто, чтобы наши друзья и родственники увидели это и ни в коем случае не увидели бы лицо урода, обезображенного, монстра. Вы знаете, такое достоинство даже на похоронах. То, что сказала семья. Что происходит в настоящий момент? Движение попытаться создать такой контекст клинический для паллиативного ведения пациентов. И мне кажется, с точки зрения рандомизированных данных, которые получаются в исследованиях, такого рода движение дает нам силы. Мы теперь можем сказать, что есть уважаемые учреждения, вот три статьи, с которыми я знаком, и мы собираемся повысить статус паллиативного ведения пациентов. Мы считаем, что это очень важно для нас. Мы будем, в общем-то, использовать и пространство, и время, и у нас есть человеческие ресурсы, и у нас найдутся другие ресурсы для того, чтобы это всячески продвигать. И я думаю, что мы услышим больше об этом в ближайшее время. И кроме того, вот этот университет Вандербильта. Посмотрите, как лучше интегрировать паллиативную медицину. Когда надо этим заниматься? Вы знаете, заставляет думать о самой болезни, о пациентах, о тех, кто ухаживает за ним, так, как раньше никогда не делалось. И мне кажется, это одна из провокаций в этом. Вы еще раз об этом думаете. Теперь уже не становится так, что приходит ко мне человек, скажем, в кабинет, и вот теперь я даже в растерянности не мечусь, думая, как ему помочь или как ему сказать о том, что я не могу ему помочь. Нет, у меня есть четкие алгоритмы, я знаю, что есть средства всегда, в любой момент, как-то ему помочь. И таким образом лучевые терапевты обожают обсуждать дозы, фракционирование, всегда говорят, какой вы дозой пользовались и так далее. И вот это еще один вариант хорошо доказанного биологически эквивалентного протокола. И вы знаете, одна фракция 8 Грей, я не говорю, что надо так делать, но просто надо тщательно подумать, что это не робот, это упражнение не для робота. Мы должны обязательно научить наших радиологов и наших молодых коллег обязательно обращаться вот так, со всем этим, как с очень таким важным инструментом, который может помочь человеку. И здесь недопустимо пренебрежение. Наиболее частые трудные вопросы, которые задаются, наверняка вы слышали, но все равно. Ну, например, два особенно трудных вопроса, которые нам задают, нам, как врачам. Первый. Доктор, а вот что бы вы делали, если бы вы оказались на моем месте? Или, например, если бы это была ваша жена или ваша сестра и так далее. В скобках я показал еще теща. Ну, я не знаю, люди по-разному на это дело реагируют, поэтому я в скобках поставил. Ну, лично у меня прекрасная теща. Так что... Это вот один трудный вопрос, а второй тоже трудный, когда приходит пациент, вы слышите это и говорит, а сколько у меня осталось времени, доктор? Между прочим, такой трудный вопрос, труднейший. Я обратил внимание, когда Анна говорила, вы знаете, а как, вот сколько времени, собственно, когда она спросила, обратилась к профессору Ткачеву, сколько у меня осталось времени, она стала беспокоиться, потому что она знает, что 3 минуты, 5 минут, помните? И вообще беспокоишься всегда, когда какое-то время осталось, даже если речь не идет о конце жизни. Вот месяц назад кто-то позвонил мне, что-то было с телефоном, проблема. И, например, там есть функция, написано, сколько осталось батареи, да, вот времени. И что-то какая-то была проблема. Я не знаю, не то 8% осталось, не то 20%. Я весь день нервничал, что мне вот не хватит этой самой батарейки, понимаете? И такие... Вот подумайте, как влияет вот это все, если речь идет о конце жизни просто, не какая-то батарейка. Ну и в конце концов ответ такой, как мы слышали. Вопрос, помните, удивительный, да? Но я буду говорить об этом еще. Два примера, уважаемые коллеги. Один видео, к сожалению, не смогу попасть. А вот это второе. Это исследование, которое я представил в британском журнале «Психиатрия» несколько лет назад. Что бы вы делали, если бы вы были на моем месте, доктор? Вот этот вопрос. И вот они взяли и такой клинический сценарий предложили выдающимся всяким врачам. И первый сценарий. Вот если бы у вас была депрессия, что бы вы делали? А если пациент пришел с депрессией, а пациент спрашивает, а что бы вы делали, если бы вы были на моем месте? И тогда вот они вот провели такое исследование и второе состояние. Посмотрите,
по первому графику существенное совпадение между обычным состоянием «я врач», пусть будет терапия, психиатр, как угодно, я лечу депрессию. И когда меня спрашивают, что бы вы делали, будете ли вы пользоваться антидепрессантами и так далее. Как только вы переходите в другую позицию, то уже иначе, когда вы, собственно, для себя решаете. Нет, у совпадения, между прочим. И посмотрите, пожалуйста, а вот психоз, например, шизофрения. Итак, здесь опять вопрос относительно того, в данном случае, скажем, пероральные антипсихиатрические препараты или в виде инъекции. И опять меньше желания пользоваться антипсихотическими средствами. И опять вот эта роль, когда вы для себя это решаете. Позвольте мне теперь это с вами обсудить. Ну, во-первых, когда пациент вам говорит, что вы бы делали, если бы вы были на моем месте? Это вообще-то очень двусмысленный вопрос, потому что вы никогда не знаете, пока не почувствуете. Понимаете, если пациент спрашивает вас, например, что бы вы, Бен, делали бы, если бы вы оказались на моем месте, вы были бы мною, а я Джон, а вы Бен. Или пациент спрашивает, Бен, что вы бы делали, если бы вы, именно у вас, у Бена была бы эта проблема? Это два разных вопроса, и поэтому вы отвечаете по-разному. То есть, конечно, если вы такой человек, который задает такие вопросы своему пациенту и действительно думает об этом, и поэтому уже может произойти разрыв понимания между вами двумя, если вы не делаете дополнительного умственного такого напряжения. И кроме того, вот обычная роль и роль, что бы вы делали, если бы. И опять, что бы вы делали или если бы у вас это было. Ну и опять-таки есть вот статистическая значимость даже была получена при сравнении этих двух ролей, когда вы себя ставите в это положение. В случае депрессии и в случае, например, вот антипсихотических средств. Почему? Вот это не обсуждается в этой статье. Но мне хотелось бы сейчас немножко с вами порассуждать на эту тему. Я считаю, различие заключается в том, что когда речь идет о депрессии, ну что, у нас у некоторых бывала клиническая депрессия, и все мы говорили, гораздо проще для меня сочувствовать другому человеку, когда в какой-то степени я это прочувствовала, когда я немножко почувствовала, как вот человек себя чувствует действительно, как вот помните, ну я чувствую, как вам больно. А в случае психоза, это, понимаете ли, редкость, шизофрения в США 1 на 110 тысяч. То есть это то, что большинство из нас не пробовало на вкус. И поэтому даже близко к этому не подходили. И поэтому у меня такого сочувствия нет. Я вроде бы считаю, что я сочувствую, но я никак не могу прочувствовать это на физическом уровне. Я никогда не подходил к этой, так сказать, такой трагедии. Вот, поэтому надо помнить об этом. Поэтому уровень сочувствия будет также разный. Вот это муви, то есть это видео, которое я хотел вам показать, но, к сожалению, не получается. На веб-сайте я посмотрел, что с этим, вот в этом видео я хотел вам показать его, я расскажу, что там. Собственно, они попытались создать такой тур больницы. И вот идешь вместе с оператором в разные отделения больницы, видишь врачей, пациентов, молодых и так далее, немолодых. И, соответственно, возникают разные мысли. Там такая потрясающая трогательная музыка. И, понимаете ли, и вот и ты думаешь, ой, ну надо же, я никогда не думал, что у этого маленького мальчика, там, например, там ему осталось буквально там, сколько-то жить, а вот этот врач сам, оказывается, вот, поборол свой там, рак и так далее, он болел раком и так далее. То есть, понимаете, разумеется, в любой комнате, в любой комнате, в любом зале всегда можно есть люди, у которых либо уже проходила такая терапия, например, может быть, лучевая и так далее. Поэтому человек, кто приходит в больницу, есть такой вопрос. Это не болезнь, а это пациент с болезнью. То есть есть различие между этим. Болезнь – это объективное состояние, набор состояний. И, соответственно, и это, в общем-то, эти субъективные состояния, которые вокруг некой объективности находятся. То есть вы
не знаете, что происходит, и вы, соответственно, пытаетесь понять, что этому пациенту нужно, но, уверяю вас, вам трудно это понять. Еще второй очень важный вопрос. Сколько мне осталось времени? Кстати, сколько мне осталось, профессор Ткачев, сколько времени? 5 минут? Хорошо, 5 минут, да? 5 минут. Хорошо. И когда вот этот вопрос, вот эта капля, которая сейчас упадет, и вот две категории, собственно, на которые можно разделить всех врачей. Это те, которые прогнозируют, и те, которые на кофейной гуще, понимаете ли, пытаются понять. Что касается тех, кто прогнозирует, вот, например, погоды, погода, да, прогноз погоды по телевидению. Это обычно красивый мужчина или женщина, говорят уверенно, хорошо одеты. Я даже написал статью на это, обратите внимание, как они одеты и так далее. Это всегда такое ощущение, что, в общем, это примерно в середине, так сказать, моды. Это то, как мы должны выглядеть все. Так что вот это те, которые прогнозируют, это мы хотим их слушать и так далее. И они говорят, например, погода будет очень плохая. А если, конечно, солнце, все хорошо. А если вдруг ледяной шторм на днях должен быть, 2 метра снега. Снега завтра будет и так далее. Вы уже будете, не будете потом уже дальше слушать прогноз. Вы понимаете, вот этот прогнозеры не хотят, собственно говоря, но должны эти новости вам предоставлять. А вот те, которые гадалки, вот вы возвращаетесь к этим профессионалам, если они дают вам хорошие новости. Кто к ним пойдет, если они плохие только? Так что есть различия. Так что у нас есть чувство относительно того, сколько времени осталось жить нашему пациенту. Но мы никогда не говорим, осталось 7 месяцев, 2 недели и 4 дня. Мы, может быть, так даже и считаем, но мы никогда так не скажем. Вместо этого либо мы увеличим это число, либо как-то ограничим. Но, соответственно, и вы знаете, кто вы такие есть таким образом. Вот эта классическая статья, которая была опубликована не так давно, авторы показывают, что в 12 исследованиях была тенденция для пациентов преувеличить срок выживания, а в 5 исследованиях недооценена длительность выживания. Таким образом, большинство врачей – это гадалки, уважаемые коллеги. Это в нашем характере. Мы хотим дать какую-нибудь хорошую новость. А вот я лично прогнозер, понимаете, потому что я хочу с вами разговаривать, мне нравится в этом принимать участие, потому что мне кажется, это взаимодействие взаимопитающее между мной и моим пациентом, так что я прогнозер, не гадалка. Но мало кто хочет прогнозировать, понимаете, то вот это эмпирическое правило, вот этот удивительный вопрос, конечно, вопрос, для того, чтобы прогнозировать смерть у серьезно критически больных пациентов. Вот такой систематический обзор был проведен и метаанализ. Например, хроническая почечная недостаточность, диализ, трансплантация почки и так далее. И вот вы будете удивлены, если, например, ваш пациент умрет в течение ближайших 12 месяцев, этот вопрос врачу. И в сущности, если вы этот вопрос будете держать у себя где-то в голове, вы знаете, вам тогда удастся структурировать очень многие вещи. За последние 2 минуты моего выступления, уважаемый председатель, я хотел бы сейчас рассказать о том, что вот этот инструмент – это подарок. Я хотел бы с вами им поделиться пару слайдов. И есть видео, видео не буду показывать, чтобы сэкономить время. Итак, давайте про надежду поговорим. Большинство из нас смотрит на эту картинку. Помните, вот эта дихотомия, полунаполненный, полупустой стакан. Мы знаем об этом. И, конечно, это не метафора надежды, это метафора оптимизма скорее, потому что оптимист говорит наполовину наполненный, пессимист говорит наполовину пустой, но у меня друг есть, он инженер, он смотрит на эту картинку и говорит, да кто ради Бога может сделать такой стакан в 2 раза больше, чем нужно? И так что, что я хотела этим сказать, что надежда – это не о том, как вы смотрите и что вы видите в этом стакане. Надежда – это мастерство. Оптимизм – это, собственно,
такой трюк. Вы будете, будет это или не будет. А это надежда, это когнитивное искусство. Я научу вас, как этим пользоваться. Определения достаточно, не буду никаких определений. А вот я хотела бы объяснить. Вот этот слайд вам нужно запомнить. Запомнить, он вам поможет. И если вы это перевезете в вашу клинику, увидите, как вам это поможет. Надежда. Итак, цель, такая, знаете, разумная цель. Надеяться, чтобы для этого надо смотреть на что-то в будущем, на какую-то цель. А на втором уровне необходимо думать о траектории, о пути, по которому вы туда можете добраться. Пусть там будут какие-то препятствия. Все равно вы должны понять, вы же такой умный, вы должны будете понять, как их обойти, чтобы все-таки дойти до этой цели. И не нужно выбирать, собственно, какую-то другую цель. И самый нижний уровень, это, собственно, вы просто вот так вот раз, побежали, и все. И вы должны быть мотивированы для того, чтобы дойти до этой цели. Собственно, у нас есть книга по этому поводу. Она, пожалуй, лучше всего продается относительно мотивации. Мне кажется, мотивация, безусловно, очень важна. Надо найти эту мотивацию для себя. Проблема, которая в онкологии у нас есть, мы ограничиваем определение надежды. И цель, которую мы все выбираем, мы, доктора и пациенты, мы хотим излечить болезнь. То есть, в сущности, получается, у нас конфликт. Надежда равняется излечению. Это не сработает, потому что мы не можем этого сделать часто. И в нашем взаимодействии с пациентом надо понимать, что вы не можете вылечить там определенный процент ваших пациентов. Я должен вам сказать, это не означает, что ваш пациент даже не излечимый. Тем не менее, может быть в надежде жить. И это именно ваше искусство, этот талант. Показать пациенту, вы сидите рядом, человек с человеком, мы говорим про цели в нашей жизни, личные цели, какие-то хобби, которыми вы собираетесь заняться, какие-то ваши исследования, ваши родственники, ваша семья, какие-то отношения в семье, вы хотите их поправить и так далее. Вы как врач, вас ведь несправедливо уважают пациенты, вас уважают абсолютно не так, в какой степени вы этого заслуживаете. А вот ваше эго вам должно подсказывать, я же профессор, я должен ходить как профессор, я должен говорить как профессор, я должен выглядеть как профессор, в конце концов. А при этом, может быть, так можно подумать, да, я довольно умен, я довольно талантлив, но я должен найти способ помочь этому человеку, я должен понять, что ему нужно. Этот человек вас будет слушать, потому что вы врач, и у вас есть уникальный шанс помочь ему разговором и правильным планированием. Вот эта организация, которую я основала, это «Дверь в жизнь». Здесь два протокола, один для пациента, другой для врачей. Вот эта траектория для пациента, конечные точки на надежда, качество жизни, благополучие и интервью. Для врачей надежда, выжигание, усталость. Это очень часто, к сожалению, бывает среди онкологов. А эта история, которую я хотела показать в видео, 30 секундами я хотела бы ограничиться. Женщину зовут Дорит. Она была пациенткой. И я не знаю, есть ли у вас такой снэк, она сказала, не зовите меня Дорит, называйте меня Доритос, как написано вот на этих коробочках. Приходит пациентка с раком молочной железы с метастазами, и она заставляет вас смеяться. Представляете, она входит, говорит вот это, и мы все хохочем. Тут рядом, на фоне линейного ускорителя, приходит эта пациентка, которая скоро умрет, и она говорит, здравствуйте, Доритос, вы улыбаетесь? А как? Пациентка чувствует, что она вам что-то должна. Она должна сделать так, чтобы вы почувствовали себя в хорошем настроении. Я видел ее несколько лет назад. У нее была болезнь позвоночника. И действительно, лучевая терапия, у нее ухудшило состояние. А потом она ко мне вернулась. И все вокруг уже у нее там было действительно, и все в том же самом позвонке, и она хотела получать терапию. То есть она ходила к разным врачам, и она всем задавала вот этот вопрос. «Доктор, а что бы вы сделали, если были на моем месте?» И вот она пошла к одному врачу, это мой коллега, я не буду имя его называть. И она даже спросила, что бы вы делали, а он очень опытный, очень хороший онколог, он много публикуется, вообще умен, невероятно все. И вот он говорит, что бы я сделал? Я бы сделал вот что. Вот я бы встал,
вышел из кабинета, повернулся направо, нажал бы на кнопку, поднялся бы до крыши и бросился бы оттуда вниз. Вот это что сказал мой коллега? Я это не выдумал, это он сказал, на самом деле сказал так. Когда я говорил с этой пациенткой, я сказал ей: «Вы знаете, риски, конечно, есть, если я снова начну вас лечить». Я слышал то, что сказал этот врач, я за него извиняюсь, и не обращайте на это внимания. Попробуйте понять, почему вы хотите лечиться, какая ваша цель. И она мне объяснила, что до того, как она переехала в Израиль, она жила в Массачусетсе, и она танцевала, она была танцовщицей и учителем танцев. И потом она переехала в Израиль, ее лучший друг переехал тоже в Израиль, а дочь этого лучшего друга, ей уже 40 лет. В Израиле это не имеет значения, сколько вам, 20 лет или 40 лет, она не замужем, это, конечно, ненормально в Израиле. И вот эта женщина, то есть дочь лучших друзей, она, наконец, собиралась выйти замуж. И моя пациентка хотела присутствовать на церемонии свадебной через две недели и собиралась там станцевать. То есть она, вот это ее была цель. Она сказала: «Я хочу станцевать на этой свадьбе». Я, к сожалению, не могу вам показать видео, но когда я наблюдал ее, и я ее спросил, как она себя чувствует, и она мне говорит: «Вы знаете, была ли свадьба?» Она взяла этот iPad и говорит: «Ну, нажми вот здесь вот». Я нажал, кликнул, и тут появился фильм этой свадебной церемонии. Она медленно-медленно подошла на эту еврейскую свадьбу. Представляете, тут очень много разных танцев там и все. И вот она подходит, собственно говоря, к невесте и очень-очень медленно начинает танцевать с невестой. Вы знаете, такая трогательная история. Ну, жалко, что я не могу показать вам видео. Ну, что такое? Ну, вот. А потом, значит, я заплакал, знаете. Она говорит: «А что вы плачете?» Вы знаете, я говорю: «Я растроган». Понимаете, это замечать. «А да, это не самый хороший еще фильм. Ну-ка, нажмите вот здесь. Ну-ка, кликни здесь. Ну-ка, может быть, вот этот вы увидите». Ну, я кликнул там. Это еще один фильм. Это вот Дорит, это вот она. И вот там музыка на фоне. И примерно две минуты она как раз же учительница. Она танцует ча-ча-ча. Представляете? И она говорит: «А вы узнали, где я?» Ну, говорит, посмотрите повнимательнее, оказывается, это была крыша той самой больницы, откуда ей было предложено броситься. И вот она поднялась туда, станцевала на этой крыше, сделала этот фильм и отправила этому моему коллеге. Представьте. Мои выводы, уважаемые коллеги. Мы, как врачи, должны, конечно, расширить определение того, что есть паллиативная медицина. Мы должны получать все за и против этого определения, которое было предложено Всемирной организацией здравоохранения. Особенно важно, мы должны все это интегрировать в нашу практику на раннем этапе введения наших пациентов. Мы, как радиологи, собственно, должны понимать, что паллиативный подход очень ценный, и у нас много средств в наших руках. Мы можем очень многое сделать для паллиативного ведения наших пациентов, для помощи им. Даже можно пользоваться даже 3D-принтингом для того, чтобы создавать искусственный материал, для того, чтобы можно было планировать лечение для пациентов, которым осталось 6 недель жить. И абсолютно важно, мы должны понимать наших пациентов, мы должны понять, какие у них цели, мы должны понять, каковы их нужды, что им особенно хочется. Мы должны быть способны ответить на два очень трудных вопроса и не стесняться этого делать. Пусть эти вопросы, эти есть, мы часто их избегаем, отвечать на них. И, например, что такое в Израиле, например, скажем, понимаете ли, там, когда пациенту... Вот много было статей по этому поводу, и на самом деле есть так называемый акт об умирающем пациенте. И врачи отказываются подписывать этот акт, понимаете ли, потому что всякое бывает, потому что на самом деле, когда говорят, что осталось несколько дней, а потом вдруг на самом деле оказывается и полгода, и так далее. Самое главное — это надежда. Это, конечно, такая добродетель, даже больше, чем истина, дружба и любовь. Я вам точно мог бы доказать, если бы у нас было время. Надежда самая ценная. А вы, в ваших руках, есть возможность поддерживать это самое ценное, что есть в жизни. Спасибо за внимание.